Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби». Так, задание за растение, поехали. Обожаю играть за растения, ребята. Танцы до упаду на диско. На диско. Хорошо, хорошо, поехали. Мы, значит, против сальцы, да? Кто сказал, что диско умерло, был прав. Какие шокирующие движения! И сколько боли они причиняют. Да, ребята, мы против сальцы. Вы знаете, да, что этот чувачок вызывает всяких там танцоров и тому подобное. Но у нас тоже, как говорится, тень. И мы будем с вами... Так, при использовании на ландшафте рикошет зомби. Понятно. Пока меняем. Остальных оставляем. Ну что же, вперед, ход зомби. Так, при использовании, ну, понятно, я понял. Мы с вами, да, нам придется, ребята, вот так вот. Надеюсь, он не будет его укреплять. А он может. Нет, тупо обмен, хорошо. И на это я согласен. Так, 2-2, что он будет делать? Ничего, а нет, надгробие вызвал. Хорошо, мы тогда с вами, знаете, что сделаем? Я вызову, наверное, капусту. Хочу просто... Кого он там вызывает? Ах ты! Так. Ёлки ты палки. Очень плохо. Плохо здесь у нас, конечно, получилось. Ладно. Ход зомби кого выставляет? Так, танцора. Воу, еще одного. Ладно. У нас с вами есть вот такая вот возможность, ребята. Сюда поставить и плюс вот так вот сделать. Ну, один дамаг мы, конечно, с вами пропустим. Тут, как говорится, ничего уже не поделаешь. Вот именно вот от этого усача. Ну да. Так, и у нас с вами осталось-то очень мало. Мало. Ты посмотри, что это творит, а? Блин, вот этих вот мелких олухов выставляет. Что же нам делать тогда? Мы можем... Так, у нас что этот грибок делает, я уже забыл. Ага, дает другому 2 плюс 2. Давай мы вот так вот сделаем. Нам просто надо, ребята, элементарно прикрыться. Хоть как-то. Мы, конечно, получим сейчас 3 урона с вами в лицо. Но, по крайней мере, у него вот ячейки все заняты. И он сейчас кого-то одного будет выставлять. Я надеюсь, у него нету водоплавающих. Вот, вот это вот как раз то, что нужно. Что это у нас такое? Команда, другие растения здесь и поблизости, устойчивость к приемам. Устойчивость, конечно, к приемам, это хорошо. Мы с вами сделаем, пожалуй... Ага, так, 3. Ладно, одного попробуем все-таки забомбить. И поставить вот сюда. Ну-ка. Так, что мы получаем? Растение получает 2 плюс 2. Хорошо, вот так вот мы как раз с вами сделаем. Бомбим. На-ка. Получил, гаденыш? Так. Он следующего вызывает. Ну, это, ребята, ерунда, потому что мы сейчас с вами... Знаете, что сделаем? Мы вот... Погоди-ка. Хорошо, давай вот сюда поставим. И вот так вот. Замечательно. И вот сюда поставим. Сейчас стопудово что-нибудь придумает. Он такой. 3 единицы урона наносит, да, мне? Гаденыш. Так, у нас 13 хп. Рикошет случайного зомби. Слушайте, пока... А давайте попробуем. Кого мы снесем? Ой, как хорошо-то. Сейчас он получит столько дамага себе в лицо. Ух ты, даже пенек нам дали. Надгробие. Хорошо, короче, вызываем, ребята, грибок. Мы поставим сюда пенек. За пенек спрячем вот этого. И вот так вот. Я думаю, это очень будет хорошо. Так, минус. Вот этот охламон минус сейчас получит.
Но зря он пока радуется. Зря, конечно, радуется он. Ничего у него не получится. Так, давайте вызывать... вот сюда, наверное, мы вызовем горошину. И еще ее усилим. Единственная, конечно, проблема, ребята, у меня не осталось карт. Так, минус. Ух, у него 7 здоровья осталось, ребята. Даже меньше, чем у меня. Так что все шансы у нас есть на победу. Пенек я, естественно, ребята, поставлю вот сюда. Я прикрою свою фасолину. Хотя можно было и вот сюда поставить, ребят. Чтобы не получать лишний дамаг в лицо. Что он там получает? Ага, двух подтанцовщиков размещает. Это, конечно, хорошо ты придумал. Ну, мало тебе это, конечно, спасет, поверь мне. Сальса. Оу, шикарненько. Естественно, ребята, вот сюда его выставляем. И бомбим. Есть, отлично. Прошли просто великолепненько, ребята. Ну что же, продвигаемся с вами дальше. 50 билетиков получили. Так что, ага, разыграйте 3 горошины. Получаем 10 кристаллов. Поехали дальше. У нас там сколько еще осталось? Я так понимаю, 2 миссии всего лишь, да? Поехали, посмотрим. Бессмертие, ага. Давненько мы, кстати, с ней не дрались. Давай посмотрим. Так, вот это, я думаю, надо убрать. Ёлки-палки, слишком круто. Что-то как-то не айсово. Ну-ка, вот это уберем. Блин. То есть я могу только... Ладно, попробуем. Вот гад, а. Вот гад. Ладно, поставим вот так вот. Ах ты, смотри, что делает. Я могу, я ничего не могу сделать. Уничтожит мне сейчас растение, вот что я вам скажу. Гаденыш. На первом ходу такие, да, 2-2 вставляются у него. Так, ну что, мы вот сюда вот с вами фасолинку выложим. Ты посмотри, что он делает, он специально что-то... И еще и астронавта размещает. 2-3. Это плохо. Это очень плохо. Астронавт этот нам здесь нафиг не нужен. У нас здесь есть пенек. Плюс 3 получается на этом ходу? Ху-ху-ху. Нельзя этого позволять. Слушай, достало это уже бессмертие-то, а? Еще и летучих мышей размещает. Ну это читерство. Что я могу еще сказать? Как я должен вот бороться? Скажите вот мне. Давай вот так вот. Пошел отсюда. Так, ну что, у нас тут 2-2, 4, да? 4 дамага у нас есть, которые мы можем получить. Блин, вылез. Я, короче, предлагаю сделать... Если я сюда... Давайте вот так попробуем сделать. Так. Фасолину сюда выставим. Так, и что у нас тут получает? 2 плюс 2. Вот так вот сделать. А ну-ка посмотрим, что он тут сейчас будет делать. Какие проделки. Ну тут обмен. И 2 в лицо мы с вами получим. Так, у нас есть... Ну, в принципе, уже неплохие растения. Здесь мы астронавта с вами уничтожим. Так, что у нас делается? Пока находится у вас 1-1, когда растение получает силу или здоровье. Силу или здоровье. Давай вот сюда вот его выставим. Поехали. Зомби получает... Ну, конечно. 5-4, офигеть. Как-то нужно этого чувачка уничтожать. Во! Уже хорошо, ребята, уже хорошо. Здесь мы прикрываем тыл. И здесь тоже нам придется вот так вот делать. Все делается ради того, чтобы не получить урон. Так, он вызывает все равно своего астронавта. И уничтожает случайное растение. Кого?
Ты посмотри, что он сделал, а. Что мы получаем? Заморозку. Вот этого мы заморозим. Что за карта? Хорошо. Так, еще одна амфибия у нас вышла. Давайте мы вот так вот... Подожди, нет. Мы сделаем вот так. И вот так. Оптимальненько. Что он там придумает сейчас? Обмен. Тут тоже получается у нас, ребята, обмен. И в лицо ему, отлично. Так, у меня вот карт, конечно, маловато. Очень мало, я бы сказал даже. Охота с собакой, да? А ну-ка давай вот так вот. Я знаю прекрасно, что он сейчас уйдет куда-нибудь. Переместится, а может быть даже уничтожит. Смотри-ка, не стал. Странненько это как-то. У него тоже, кстати, карт не так уж и много, посмотрите. У бессмертия. Блин, а вот это плохо. Так, ну что, давай мы вот сюда поставим. Еще. Ты смотри, что он переместился, отлично. И капусточку вот сюда. Ну-ка. 2-4, шикарно. Да хоть ты куда перемещайся, все равно тебе сейчас край... кранты, блин. Бум. Есть. Так, что он там получает? Создает случайного зомби. Кто там? Ага, ниндзя. А поможет ли тебе это все сейчас, а? Я сомневаюсь. У нас заморозка. Я выставляю просто-напросто вот сюда, ребят. И все, победа за нами. Бессмертие сейчас. Да хоть ты там что делай. Это тебе уже не поможет. Ха-ха-ха, бессмертие, пока. Аливидерчи. Увидимся в другой жизни. Так, победа растений, естественно, ребята. Так, еще 10 жетончиков. Точнее, билетиков. Ну что же, давайте сделаем последнее задание у нас тут. Танцы до упада на диско. Выполнить миссию. Опять заразительная сальса. Хорошо. Этот зомбарь меня достает. И это причем у нас, ребята, будет босс. Да, 30 здоровья у него. Так что это боссяра. Хм. Давай вот это вот поменяем. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Что же нам делать? Давай попробуем так сыграть. Так, ход зомби. Посмотрите-ка на это, заразительная сальса. И ваш герой начинает игру с плюс 10 единицами здоровья. Похоже, сейчас будут пляски. А, у нас, ребята, тоже здоровье. Ну что ж, внимание на старт. Побей босса. Я понял, понял, это у нас, ребята, босс. Сейчас будем смотреть, что он будет вытворять. Ага, двух танцоров выставляет. Понятно, это ладно, ребята, это еще терпимо. Так, вот сюда придется нам кого-то выставлять. В обязательном порядке, потому что... Ход зомби, что он тут сейчас делает? Надгробие, ладно, фиг с ним. Вот так мы с вами сделаем. Одного все равно надо уничтожать. Как ни крути. Дынь-дынь-дынь. Так, обмен. Здесь обмен. Обмен происходит. Так. Хм. Как вариант, ребята, у меня... Что он сейчас? Вот что он вытворяет, да? Блин, жалко, у меня нет магии, которая всех зомбарей один-один уничтожает. Сейчас бы она бы мне как раз здесь пригодилась бы. Но я могу сделать... Так, он у меня три, да? Получается, мы можем с вами сделать вот так. И вот так, посмотрим, кого уберут. Ну, в принципе, неплохо. Неплохо. Так, что? Твою дивизию, ты смотри, что он делает, а? Ну, карт у него там сколько? Три всего лишь? Три карты, ладно, хорошо. Так, мы получаем фасолину. Тогда мы сделаем, знаете что? Так, 3-1-4. Да, у нас 4. Даю другому Русению секунду. Мы вот так вот с вами сделаем. Так. И вот так. Давай. Все, отлично. Блин, сейчас бомбанет. Твою дивизию, блин. Вот офигеть, да? Можно сразу бомбить. Так, что это такое? Растение получает 2 плюс 2. Пока не надо нам этого. Придержим.
Хорошо, теперь мы вот сейчас будем с вами... что бы нам лучше сделать? Как бы сделать? Вот так вот обменяться тупо. Нет, мы сейчас сделаем вот так. Сюда я поставлю и... вот так вот. Да что ты не применяешься? 5-4. Сейчас кого-то будет выставлять или уничтожать, одно из двух. А, минус. Ох, сейчас ему не поздоровится, ребята. Так, опять у меня фасолина. И на этот раз кого-то мощного стопудово призывает. А я думаю, что нам надо сделать... Давай-ка вот так попробуем. Так. И вот так. Что он сейчас сделает? Блин. Атакует сразу же. Что за говнюк такой, а? Вот у него все время, да, как то этот с барабанами бомбит. Хе-хе. Наносит 3 единицы растению. Гад. А я его хотел укрепить просто-напросто, ребят. Но, как видите, не получилось. 5 надгробия, да? Я вот так, наверное, здесь прикрою. И вот. Да, у меня, ребят, к сожалению, не осталось карт. Что это за фигня? Что это такое? Не знаю, ребята, так, при появлении раз... Чего там? Зашибись! Охренеть! Охренеть! Так, заморозка. Ну, давай вот этого вот гада заморозим. Что-то за... Офигеть, 7-6 получает. Ой-ой-ой-ой. Ну и как вот мне вот с этим дуралеем тут совладать? Кто мне скажет? 8-7, да с какого перепуга-то этот гад? Чего у него там такое? При использовании зомби 1 плюс 1. Ага, понятно. То есть он вызываем зомбарей, тем самым растет. Как-то надо с ним справляться. Что за дела нафиг? Так, давай, наверное, вот сюда вот. Что-то сейчас, наверняка сейчас, ну, естественно, естественно, надо ему уничтожать, блин. У меня почему-то нет таких карт, которые могли бы уничтожить. Но фасолинка, давай. Фасолинка, давай. Естественно, 3-1. Вот не... не кого-нибудь, а именно 3-1. Ну, тут, конечно, ребят, мы проиграли с вами. Вот этот вот 9-3. Офигеть. И у него карты. Почему у него карта так много? Надгробия эти дурацкие. Ну, тут, ребята, все. Тут можно пропускать смело ход. Бесполезняк. Ага. Ну, как вовремя-то прям. Прям нет слов. Да, меня это не спасло, к сожалению. Ну, я, естественно, ребята, буду переигрывать. Че он думает, что так легко отделался, что ли? Нет, нифига, ничего подобного. Все равно забомбашу я его сейчас. Танцы, да упаду, я ему сейчас устрою такие танцы. Танцы-шманцы. Что он еще обо всем пожалеет? Так, вот это мы убираем. И остальное, в принципе, оставляем. Все, началось. Да-да-да, я понял. Внимание на старт, внимание, босс. Побейте босса. С удовольствием будем бомбить. Сейчас вызовет своего, да? С собакой. А, нет, двух подтанцовщиков. Ну, естественно, конечно же. Не вот здесь-здесь, а именно вот здесь, ребята, выставляются. Хорошо, я посмотрю сейчас, что он сделает против моей капусты. Так решил, ладно, давай. Сейчас будет укреплять их, да? Не? Нет, не стал почему-то. Получи, гаденыш. Сдулся, блин. Кого выставляет? 3-1, хорошо, на этого мы найдем с вами управу. Так, что бы нам сделать?
Мы можем с вами вот так вот сделать, наверное, да? Как вариант. Погнали. Бум в лицо. Так, что мы тут? Эту мы придержим, пока карту, она нам пригодится. Отлично. Так, этих двух говнюков надо сносить. Ход зомби, что там выставляет? 3-1 опять, да? Да как же вы достали меня, вот эти вот танцоры, шмансоры. Давай сюда поставим и... Да-да-да-да-да, что если мы прикроемся? Сейчас он... Пенек, конечно, у меня погибнет. Но зато и юнит останется. Что сразу-то, а? Раскис. 3-2, блин. Чувак с розой. Сразу же причем атакует, да? Вы ведь заметили это. Мы, короче, сделаем с вами вот так. Без компромиссов. Сейчас шибанем. Сразу двоих минус. Вот этого даже заморозим. Чтоб не дергался. Ну, стреляй. Шикарно. Ох, как хорошо. Пошло дело. Кого он там будет сейчас выставлять? Надгробие. Надгробие всегда непонятно, кто будет, ребят. Непредсказуемая хрень. Я, наверное, сделаю вот так. И пропустим. Кто там вылазит? Ага. Так, ладно, этого мы снесем. Это не проблема. Ну что, погнали? На, гаденыш. Минус. Так, ну и этого тоже мы снесем, это однозначно. Пока довольно неплохо идем. Что там, опять надгробие? Ладно, мы с вами сделаем, знаете что? Наверное, нам придет... А мы вот так вот сделаем. Сюда поставим и... И вот так вот. Ну, кто там? 1-5, что это за... Ага, шут! А что уж... Так, зомби... А, зомби получает 3 плюс 3. Ну, мы его сейчас, ребята, сдуем. У нас есть ураганчик. Так, хотя он сейчас кого-то поставит. Не получится сдуть. Или получится? По-моему, получится. Тунц. Так, и дальше мы делаем с вами... Так, что-то у нас... Ага, вот так вот сделаем. Поехали. Ага, сейчас бомбанет. Ладно. Уничтожает. Тихо, 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 тихо. Не надо тут буянить, гадина. Это сальца, блин. Да что такое, блин? 3 единицы... Да офигел вообще, просто-напросто, блин. Сейчас начнет тут расставлять. Ну, естественно. Так, что у меня здесь? Так, растение получает. Давай вот сюда поставим. Ну. Надгробие поставил, да? Хорошо, ладно, это... Его, ребята, я думаю, не спасет. Вот сюда поставим. Этого снесем. К чертовой бабушке, чтобы он тут не нервировал меня. И вот так вот. А ну-ка, давай-ка посмотрим. Кто опять шут гороховый вылез? Бомбим. Уничтожаем. И шута горохового сейчас тоже уничтожим. Все, да выделывался. Так, тут будет 5 урона, ребята. 5 урона. Ну? Давайте все пропишите, пожалуйста. Что задумался там? Минус один. Ну, черт, вообще. 2 единицы. А, у него, ребята, чисто атакующие карты. Понятно. Ха-ха. Ну что? Так, карт у него практически не осталось, ребят. А вот это плохо. Сейчас будет расти этот зомбарь, если он будет призывать. Но я так понимаю, у него нету карт. Ну что, придется распрощаться. Что-то такое.
Наносит 3 единицы урона, блин, растению. Да ты достал уже, а. Так. Это у нас что, я уже не помню, ребята. Что это такое у нас? Вы вытягиваете карту. Хорошо, давай мы вот сюда. Подожди. Вот сюда вот поставим фасолину. И вот так вот. Ай, должно получиться, должно получиться, ребята. Блин, растет, гад. Пошел отсюда. Так, ну. Так, что мы там вытащили? У нас мало здоровья, ребята, очень мало. И этот шут бомбит по мне почему-то. Как-то не странно. Ну, осталось-то совсем чуть-чуть. 9 здоровья у этого охламона. Так, я... подожди, он там подрастет. Он вызовет здесь кого-нибудь? Он подрастет. Вот так вот попробуем. Ну. Так. Видите, бомбит. Перед смертью, ребята, в моего героя бомбит. Так, тут минус. Отлично. Есть. Есть небольшой шанс, ребята, что мы сможем здесь пройти. Я вот так вот сделаю. Хоп. И вот, подожди, вот сюда вот поставлю. Ну-ка. Ага, подводная лодка опять эта зомбаревская. Подтанцовщик вылез. И еще подтанцовщик. Ладно. Поехали. Так. Бомбим сразу двоих. Есть! Ай! Одно здоровье осталось, ребята, одно здоровье. Давайте я вот тут прикрою тылы себе. Поехали. Не сможет он здесь ничего сделать, ребята, абсолютно. Че бы он сейчас не бомбил, все равно одну хпшку мы у него отнимем. А, он себе, но опять же, не помог ему этот отхил. Фу, и заразительное сальце подыхает. Ну, а мы с вами, естественно, ребята, проходим дальше. Но когда за дело берутся растения, никакие биты уже не помогут. Игра окончена. Это точно. Для него игра окончена, ребята. А мы с вами переходим на следующий этап. И он будет называться у нас зомби-апокалипсис. А, точнее, конец зомбополиса. Ёпрсте, вот так вот. И апокалипсиса. Ну что, давайте посмотрим хотя бы начало. Поехали. Воу. Новое сообщение от безумного Дэйва. Тема «Супермозг». Что творится? Супермозг собрался превратить наш славный городок в зомбополис. Стоит. Нужно остановить его, пока еще не слишком поздно. Такой самодовольный. Естественно, ребята, мы его остановим. Никуда он от нас не денется. Попробуем наказать его. Воу. Так, не ори там, разорался. Ну что, давайте так попробуем. Ход зомби. Ну что ты пугало вылез тут? А если я вот так вот сделаю? А? Что? Что? А? Припух? Родной ты мой. Так, грибочек. Ход зомби. Выставляет своего поганого сосисочника. А мы с вами вот так вот сделаем. Вот так. Ну, бомбить-то будешь у меня, колокольчик? Дай-ка ему джазу. Отлично. Вот так вот. Фух. Так, кого он сейчас поставит? Надгробие вставляет. Хорошо, мы с вами делаем... Вот так. Вот, блин, вот всегда так, а? Сейчас уничтожит. Со своей кровожадностью, блин. Кого опять выставляет? Сразу двоих, что ли, блин? Хм. Ну, я даже не знаю, ребята. Давайте вот так вот попробуем, наверное. Да? И вот так. Посмотрим. Пират какой-то вонючий вылез. Так, тут тупо обмен, и один в лицо мы ему сейчас нанесем дамаг.
Хорошо, хотя бы так. Карту, я смотрю, у него тоже там не особо много. Так, антигерой. Антигерой. В жопе с дырой. Чё ж делать-то? Чё ж делать-то, блин? Хорошо, я вот так вот сделаю, ребят. Риск — благородное дело. Конечно, в лицо сейчас получим 4 дамага. Оу! Да что у него за зомби такие появляются, которые начинают бомбить, блин? Вообще, просто появился, уничтожил мой цветок. Как вообще это можно понимать? Ладно, давай сюда. И вот сюда, блин, фигли, мне приходится это делать, ребята. А чё? И вот так вот сделаем. Так, вытяните две карты. Он утягивает две карты, да? У него там карта маловато. Вот хрен тебе. Еще давай. Замечательно. Он еще карту получает. Вот еще две карты вытягивает себе. Офигеть! Разжился на картишке-то, гад. Так, хорошо. Здесь мы справились. Кое-как, блин, с горем пополам. Ты, блин, сосисочник, мозги тут продает. Как это он еще получил? Еще себе получил. Ой-ой-ой-ой-ой. Да ты достал, ты сколько? Офигеть, у него еще, ребята, 7 возможностей сходить. Так, давай вот сюда поставим, наверное. И все, больше ничего пока не могу. Смотри, сейчас кого уничтожу, вот это, да? Ну, естественно, ребята. Твою мать, а. Охренеть. Просто охренеть. Так, кого? Ага, отлично. Давай-ка, сделаем. Убери вот этого гада, пожалуйста. Нет. Не того ты уничтожил, блин. Как меня раздражают вот эти надгробия. Вот честно вам скажу, просто раздражает. Я не могу, блин. Я делаю вот так вот. Выставляем сюда. Плюс. Плюс, блин, плюс. А что плюс? Ну, вот сюда поставим. Поехали. Кровожадность. Ну, понятно тут. Ничего сделать нельзя было. Бомби по всем. Вот так вот. Фух. Ладно. Антигерой вылез, блин. Так, а мы с вами можем сделать вот так. И хи-хи-хи-хи-хи. Вот сюда поставим. Давай-ка вот так вот сделаем. А? Ну что ты там? Обмен. Два в лицо. Тут вот так вот. Ай-яй-яй-яй-яй. Кого будет выставлять? Во, наконец-то мне везет, блин, хоть карт сейчас наберу, ребят. Хоть карт наберу, давай посмотрим, кто мне здесь достанется. Так, мне достается капустка. Я ее вот сюда поставлю на прикрытие, ребята, и вот так. А ну-ка, что он там сейчас? Уничтожает растения. Еще бы, ё-моё, у него, ребята, всего две карты осталось. Всего две карты. И 3 хп, как мы видим. Есть шанс на победу. Маленький. Так, антигерой. Ну да, 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 конечно. Ага. Нам нельзя, ребята, с вами тут проиграть ни в коем случае. Прикрываемся. Поехали. Что? Кровожадность. На кого ты вешаешь кровожадность-то? Ага, понятно. Обмен. И в лицо, ребята. Пока. Хмырь. Фу, ну было опасно, опасно на самом деле. Но, тем не менее, победу мы одержали. И буквально не хватает одного, ребята, балла, чтобы мы получили с вами 100 рубинов. Не рубинов, а кристаллов. Ну что, дорогие мои друзья, на этом, пожалуй, будем закругляться. Обязательно увидимся в следующей серии и продолжим играть. Так что всем пока, всем удачи и до новых, ребята, видосиков.